Привет, Александр из Зеленограда, Москва. Коротенькое видео, как, имея iPad, сделать быстренько фотографии на лотерею Green Card. Вот девайс Apple. Открываете камеру. Здесь уже есть такой режим 1 на 1. 1 на 1. Делаете фотографии в этом режиме. Фотографии будут квадратные. Потом перекидываете фотографии на компьютер. После того, как вы перекинули фотографии на компьютер, нужно чуть-чуть поработать с этой фотографией. Размер фотографии, как вы видите, 1774 на 1774 пикселя. И размер 653 килобайта. Должен быть размер 600 на 600 пикселей и не более 250 килобайт. Это все делается очень легко с помощью программы, которая уже есть на компьютере Paint. Вот, сейчас я вам покажу. Открываете. Давайте мою фотографию откроем. Потом изменить размер. Выбираете пиксели, здесь ставите 600, сохранить пропорции одновременно 600 на 600 и ОК. Все, сохранить как, сохраняете, сохранить. Все, появляется уже измененная фотография, вот она. 600 на 600, размер 100 килобайт. На сайте лотереи можно это все проверить. Переходите на основную страницу. Вот такая страница основная. И вот здесь выбираете проверка фото. Выбираете файл, выбрать и проверить. Наше фото все подходит. Если видео понравилось, палец вверх. Будут вопросы, задавайте. Всем счастливо, пока.